Привет, друзья, дорогие подписчики, добро пожаловать на канал Настоящий Узбекский. В сегодняшнем видео хочу познакомить вас с очень красивым, атмосферным, но, к сожалению, не очень известным ресторанчиком в городе Ташкент, который называется «Уютный тупичок». Ресторан или арт-кафе находится внутри Махали, внутри жилого квартала, вдали от большой дороги, и здесь очень тихо и действительно очень уютно. Ресторан состоит из нескольких зон. Первая зона – это огромная летняя площадка с вместимостью до 120 персон. И также зимним залом, или называется здесь зимним садом, на 150 посадочных мест. Также здесь имеется отдельная зона, где можно, например, сходить в сауну и так далее. Здесь имеется живая музыка, здесь можно также попеть караоке. В жаркое летнее время особенно хорошо проводить здесь различные мероприятия, такие как банкеты, дни рождения, корпоративы и, очень важно, свадьбы. В летнее время работает микроклимат и многочисленные фонтаны. Здесь очень много зелени, тени. И каждый вечер, как я уже говорил, очень красивая, живая, фоновая музыка. Ресторан позиционирует себя как ресторан с европейской, паназиатской, кавказской, а также с национальной кухней. Но само название говорит, раньше ресторан назывался просто «Уютный тупичок», но сегодня он уже называется «Сазанчик», «Уютный тупичок». «Сазанчик» – это сеть ресторанов хорезмской кухни, которые открылись в городе Ташкент. Поэтому здесь, конечно, сейчас делается главный упор на национальную узбекскую кухню, западно-узбекистанскую, то есть это хорезмская кухня. Естественно, вы видите очень богатое меню. Здесь также есть и паназиатская, и кавказская кухня, и, конечно, широко представлена европейская кухня. Очень важно для особых случаев здесь имеются блюда на заказ, это, например, запеченный барашек на вертеле, гусь фаршированный с яблоками, индейки, кролики, также можно заказать молочного поросенка. Как я уже говорил выше, здесь можно спокойно попеть караоке и проводить какие-то банкетные вечера. Кстати, здесь будет проводить свадьбу. В конце видео вы также увидите. Вот мы здесь были с друзьями. Это четверо взрослых и несколько детей. Заказали и кавказские шашлыки, и овощные шашлыки, и элементы национальной хорезмской кухни. Свежие салаты, очень большие порции. Все было действительно очень-очень вкусно. Счет вышел на 800 тысяч с чем-то. Единственное, нас очень огорчило следующий факт. Мы делали предзаказ за один день. У нас заказ брал официант Александр, но, к сожалению, когда мы пришли с гостями, ничего не было готово на столе. Официанты даже и не знали, что мы сделали предзаказ, оставили залог, и никто не был информирован этим официантом Александром. Поэтому, если вы будете в уютном тупичке, ни в коем случае не связывайтесь с Александром и попросите, чтобы вас обслуживали другие официанты. К сожалению, обслуживание они также включили в счет, хотя здесь, вот вы видите, проходила свадьба, и официантов всего было 3 человека. Мне кажется, это очень-очень мало. А так, в общем, ресторан очень красивый, достойный и вкусная кухня. Большое спасибо и до свидания.